24 декабря на базе музыкального колледжа имени Ширмы прошел новогодний утренник для детей членов Брестской областной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь». Около 150 мальчиков и девочек, представляющих 8 районов области, а также Ленинский и Московский районы Бреста, собрали организаторы мероприятия в городе над Бугом, чтобы вручить новогодние подарки, поздравить с грядущими праздниками, познакомить с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также угостить рождественскими сладостями. Это первое мероприятие такого рода, когда вот в одном месте, в данном случае в городе Бресте, собрали столько деток и собрали именно деток членов Белой Руси с разных районов Брестской области. Мы хотели вот этим мероприятием, ну, знаете, сейчас очень много мероприятий в школах, в районах, но вот этим мероприятием мы хотели, ну, вот еще раз как-то собрать детей, создать им хорошее настроение и их родителям, потому что Новый год, Рождество – это те праздники, которые, ну, делают нас лучше, делают нас веселее, добрее. По словам организаторов, на утренник в этот раз были приглашены дети, которые на протяжении всего минувшего года не только отлично учились, но и активно участвовали в общественной жизни своих учреждений образования. А потому сказочное представление в подарок получили заслуженно. Посмотрите на этих деток, они такие радостные. Они радостные, что вот приехали и встретились с такими же сверстниками, как и они, с других районов. Они покушали пирожные, они поулыбались, они сейчас с радостью смотрят концерт. И, ну, это замечательно. Это замечательно, когда взрослые детям могут подарить такой праздник, и этот праздник сделает детей, ну, наверное, счастливее. Яркие и красочные выступления творческих коллективов, сладкий стол, пушистая красавица, елка и замечательные подарки. Организаторы создали настоящую зимнюю сказку для ребят. Улыбки, аплодисменты и счастливый смех – самый главный показатель удавшегося мероприятия были в наличии. А значит, отличное настроение будет непременным спутником у всех присутствовавших на торжестве и в новом 2014 году.